половину надо было выгнать. Уши! Колени! Колени! Опять-то, что ж такое? Уши! Колени! Колени! Ну вот тут уже точно папа один поднял руки. Ну извините, но правила таковы. Давайте планируем папе. Спасибо, присаживайтесь. Увы и а. Там когда трое, я еще когда смог, но... Колени! Уши! Колени! Колени! Уши! Колени! Колени! Уши! Уши! Дай, пожалуйста, руку. Спасибо за участие. А смотрите, а завелся, как все уже. Дорогие друзья, ну что ж я могу сказать? Уши! Колени! Колени! Уши! Уши! Колени! Кумася! Дуй-зар-зо. Давай. Давайте поаплодируем. Она старалась. Мы двигаемся далее. Тем временем у нас наступает момент. Уши! Колени! Уши! Колени! Колени! Уши! Уши! Колени! Я хочу заметить, что у нашего диджея прекрасный обзор. Уши! Колени! Уши! Колени! Колени! Простите, простите, увы, давайте поаплодируем. Друзья, мы должны поддерживать друг друга. Активнее, активнее. Кто не помнит, у вас забыл стакан. Уши! Колени! Уши! Уши! Похлопаем, друзья, вновь похлопаем. Двигаемся далее, продолжаем бороться за данный приз эксклюзивного Пикачу. Колени. Такие, что такое? Уши. Плечи. И ничего себе, что-то третье появилось. Откуда? Колени. Уши. Колени. Колени. Уши. Все провели, да? Да, запуталась. Ваш аплодисмент, друзья, поддерживаем. Все, у кого рыжие волосы, тоже могут хлопать. Не стесняйтесь. О, у нас три участника. Это значит, дорогие друзья, что вам мы подошли к времени, когда у нас наступает Ле Гранде финале нашего конкурса. Сейчас мы проверим, кто самое сильное звено, кто сможет справиться с этой задачей лучше всех остальных и сможет перебороть свой страх сквозь слезы и разочарование. Ну что же, готовы? Тогда собрались, поехали. Колени, уши, колени, уши, колени, титьки. Так, стоп, музыка. Мужики. Как вам сказать? То есть как бы... Понимаете, в чем дело? Если бы сказал там грудак, фанера туда, а тут никак не увязочка. Поэтому, друзья, я сейчас предлагаю вам исправить положение. Представим, что у меня появилась штука, которая стирает память, как люди еще все забыли, что было. Дамы и господа, Ле Гранде финале нашего конкурса. Именно сейчас мы узнаем, кто самое сильное звено, кто сможет пройти до конца и доказать, что он сильнее всех остальных. Дамы и господа, даю последний шанс. Серьезный приз на кону. Напоминаю, журнал «Мурзилка». Да, с разукрашками сразу. Все вместе. Ну и сад и огород, это нагрузка. Готовы? Музыку. Поехали. Колени. Уши. Колени. Уши. Колени. Мужская попа. В этом конкурсе всегда есть три победителя, остальное уже просто шутка. У нас три победителя!